Сегодня мы устроим полноценный тест нашего интернет-управляемого автомобиля. Отправим его в первое кругосветное путешествие. Да не, я пошутил. Мы просто на нем съездим за город к другу забрать одну интересную вещь. Пульт управления, который шел в комплекте, нам не понадобится. Радиомодуль тоже нам не понадобится. Потому что мы вместо радиомодуля установили на макетной плате вот такой вот Wi-Fi ESP модуль. Как это все работает? Я захожу на специальную страничку в интернете. Это сервер управления радиомоделями. Здесь мы видим такой вот интерфейс. Вперед, назад, лево, право, управление светом. Также джойстик. Что происходит? На этом сервере я даю команды. Могу, кстати, тоже с клавиатуры их давать. Дальше эти команды отправляются через интернет на вот этот вот Wi-Fi модем, к которому подключен ESP модуль. На этом ESP модуле мы загрузили скетч, который обрабатывает команды. И через вот эту макетку, ну я знаю, это конечно сопли, не самый лучший вариант, подается на сервопривод и на драйвер нашего мотора. Благодаря этому у машинки нет ограничения в радиусе управления. К примеру, если у родного пульта, ну, максимум 200 метров радиус действия, то у этой штукенции она будет работать по всему миру, где есть интернет, даже на космической станции. Чтобы на расстоянии мы могли наблюдать за нашей машинкой, мы закрепим такую вот селфи-палку сюда, а к ней телефон с включенной функцией скайпа, чтобы можно было не только наблюдать, но и слышать, и даже разговаривать. Класс. Заклеили бизона. Чтобы было веселее на ней ездить по улице, и для более полноценного интересного теста, мы закрепим на нашей машинке много пиротехники. Для того, чтобы поджечь эту пиротехнику дистанционно, мы сделали вот такую схему. Проводок с нашей ESP-шки, через который управляется свет, мы подсоединили к крылюшке, а уже с нее запитали наши запалы, которые подожгут нужный момент фейерверки. Мы соединили их красной пулеметной лентой, которая будет строчить и поджигать петли каждого фейерверка. Онкопулеметчица. Вот она машинка моей мечты. Вот тут в самом верху вы можете видеть, это экшн-камера, которая будет снимать все это дело от первого лица. Ну все, побежал я на улицу испытывать. Погнали управлять. Ха-ха. Бы не врезаться-то. О, пошла родимая. Интересно, что там люди подумают? Машинка гоняет сама по себе. Класс, разбегаются. Класс. Супер. Ощущение такое ядерное. Качество, конечно, не самое лучшее. Но это так прикольно. Управлять ей на расстоянии. Ага. Тут скайп получше работает. Фух, ну все, проехал где-то около 3 километров. Приехал я к другу. Прошло на это 15 минут, и заряда еще должно хватить мне на обратный путь точно, потому что батарейки хватает где-то на час на этой машинке. Так, ну что, звоню я ему. Алло. Алло, ну что, выходи, я пригнал машинку. Ну да. Все, выхожу. Ничего себе, ты фейерверков накупил. Зачем столько много? Ты что, взрывать собрался? Да это эксперимент. Бери камеру скорее, снимай. Ну давай. Вот сейчас будет экшен. Экшен на расстоянии, это так круто. Жмем огонь. Наш, кнопочку. Пошло! Началось! Вот это один! Пошел! Ух, чего тебе? Ух, ее рвет! Вот это фаер-шоу! Вот это бомба! Я вижу искры! Там какая-то жесть! Камеру, походу, развернула. А потом все еще трещит. Вот это бомба! Проверь там, что там с телефончиком. Да, он просто отлетел. Да я тут видел, такие вообще искры там летали. Покажи мне там хоть на телефон, что с машинкой-то случилось. Видно тебе что-нибудь? Ух, жесть, ничего себе! Одна только не загорелась, ну практически все выстрелили.
Ну я ж не просто так к тебе приехал, я приехал за сварочником. Ты что, его прям так привязать сюда к машинке? Ну да, мне через камеру все видно, не переживай, никуда не задевается. Хорошо. Вот она, приехала машинка. Наконец-то она здесь, у меня в руках, вся еще в снегу. Ну что хочу сказать, технология рабочая. Единственное, что у нас немножко притормаживал интернет и немножко картинка замирала. Но ничего страшного, управлять можно было. Сварочничек на месте. А пахнет как? Пахнет фейерверками. Я думаю, что за этой технологией будущее. В скором времени через интернет можно будет сделать много таких машинок. Ими может управлять, ну, допустим, нейросеть. Это может вызвать настоящую революцию в грузоперевозках. А ты хочешь поуправлять этой машинкой со своего компьютера через интернет? У меня есть идея устроить стрим, в котором каждый желающий сможет покататься на этой машинке по моему городу Луганску. Понравилась идея? Или лучше устроить обзор мощных петард? Пиши, что тебе интересно, а моя задача уже сделать это. Затух, пузырьки идут. Обалдеть. Она не полетела. Беги, беги. Хотим сделать из нашей машинки самоходную пусковую установку, благодаря которой можно удаленно запускать залпы фейерверков. Нам нравится Lucky Style и Crazy Fly, но вот не знаем, справится ли с таким заданием наш монстр. Сможет ли он потянуть 5 или 7 килограммовую установку фейерверков? Что ты думаешь по данному поводу? Может быть, вы посоветовали другой какой-то фейерверк с сайта Феерия? Пиши в комментарии. И мы сделаем это.